Как выбрать шампунь по типу кожи головы и почему это важно? Неправильно подобранный шампунь не только не решит ваши проблемы с волосами, но и добавит новых. Например, может появиться излишняя жирность или сухость кожи, а еще перхоть, спутанность и ломкость волос. Чтобы подобрать шампунь, нужно определить тип кожи головы. Жирная кожа выделяет много кожного сала, из-за чего волосы быстро загрязняются и голову приходится мыть практически каждый день. Например, вот в шампуне для жирной кожи головы от Гильтек содержится цинк и ниацин, которые нормализуют работу сальных желез и снижают жирность волос у корней, и салициловая кислота для бережного отшелушивания омертвевших клеток. Сухая же кожа головы, наоборот, выделяет недостаточно кожного сала, она склонна к шелушению, изуду, поэтому требует мягкого очищения и интенсивного увлажнения. Для такого типа подойдет увлажняющий шампунь с компонентами для поддержания микробиома кожи и растительными экстрактами. Обладателям нормального типа кожи головы повезло больше всего, потому что он самый неприхотливый. Выбирайте любой шампунь с мягким действием и используйте раз в 2-3 дня. Отдельно можно выделить чувствительную кожу головы, и это не тип, а состояние, поэтому и нормальная, и жирная, и сухая кожа может быть чувствительной. Тогда стоит обратить внимание на бессульфатный шампунь с экстрактом овса и экстрактом гинго-билоба, который не содержит сульфатных ПАВ. В центре диагностики кожи Гильтек косметологи, кроме диагностики кожи лица, по запросу могут определить ваш тип кожи головы и волос и подобрать подходящий уход. Запись на бесплатную консультацию по ссылке в шапке профиля.